сегодня на праздник были приглашены все хоровые коллективы, как то трудовых коллективов, досуговых учреждений, общеобразовательных учреждений, школ искусств. То есть все те, кто любит хоровое пение. В рабочем поселке Евлашево состоялось открытие областного дня хорового пения. Сильнейшие творческие коллективы соревновались между собой за звание лучшего. Вот уже на протяжении 25 лет нас радует хоровой коллектив под руководством Павла Михаила Васильевича. Это хор при Комаровском ВДЦ. Экспериментальный коллектив, который у нас существует недавно, но уже себя зарекомендовал, это театр песни Никольского ВДЦ. Евлашский хор ветеранов, который неоднократно был отмечен и на уровне области, и на уровне района. Ну, еще много других хоровых коллективов. Концертные номера участники фестиваля представили на суд-жюри и зрителей в различных формах. Единственное, что должно было присутствовать в выступлении – хоровое исполнение песни. На Троицу все крестьяне и дворня выходят на луга и на рощу. Крестят кукушек, плетут венки, украшают березку и водят хороводы. Певцы из сел Ясная Поляна, Евлашево, поселки Татарский Каназей, Радищево и других муниципальных образований района показали высокий уровень подготовки. Это мероприятие своего рода визитная карточка кружков, где детей обучают не только хоровому искусству, но и работе в коллективе, задают творческий позитивный настрой.